На передовой обострение. Трое наших бойцов погибли сегодня в районе Богдановки. Они попали под обстрел тяжелой артиллерии противника. Кроме того, один из военных ранен в ходе боев возле Водяного. Всего в начале суток боевики открывали огонь уже 12 раз. Одна из горячих точек – Авдеевская промзона. На позициях там побывала наш военкор Ирина Баглай. Возле этой остановки на пути в Ясиноватый уже давно не останавливается общественный транспорт. Дорога усеяна осколками. Рядом поворот к Донецкой фильтровальной станции, куда сотрудники проезжают только днем и во время патрулирования миссии ОБСЕ. Это единственные короткие промежутки времени, когда наши пехотинцы могут хоть как-то укрепить свои позиции. Мы мешки наверх выкидывали, получается, пока машины едут, пока выкидаем. Только машины проехали, там буквально пару секунд, сразу ныкаемся, потому что лупят только так, только высунь голову. Не стесняются, работают днем, работают ПТРД, снайпер работает. Виктор показывает запекшуюся кровь на земле. Тут от пули вражеского снайпера погиб его товарищ. И тем утром дорогу тоже патрулировали наблюдатели ОБСЕ. Но выстрел прозвучал, как только они уехали. Наемник стрелял с территории бывшего рынка «Господарочка». Теперь это основательное укрытие боевиков. Погибшему Руслану Баглыку было 20 лет. Он находился на посту, наблюдал за противником. Выглянув, блеснув оптикой и сработал снайпер. Даже не утром, а примерно в такой поры, уже ближе к 12. Прошило голову, каску сняло. Прошлым же вечером на этой и соседних позициях нашим солдатам пришлось укрываться уже от более масштабного огня. Боевики фактически прямой наводкой расстреливали их снарядами 23-го калибра. Вчера был выезд техники со стороны ДФС. ЗУ-23 выезжала, вели провокационный обстрел. Гранатометы работали тоже, стрелковое вооружение со стороны ДФС. То есть это зафиксировано камерами, все это четко видно. Стреляют они не с самой территории предприятия, а отъезжая за нее, откровенно прикрываясь Донецкой фильтровальной станцией, как щитом. Владимир как раз заступил на пост и видел все своими глазами. От ДФС, они отъезжают на километры и отрабатывают по нашим позициям. Она стреляла с одной точки, потом начала убегать и добила с другой точки. Против этой тактики российских наемников прятаться за социальными объектами и жилыми домами мирных людей украинские военные признаются, они бессильны. Сами с ДФС стреляют и опять же отходят. Почему? Потому что делают провокацию на огонь по ДФС. Но как бы мы не стреляем по ДФС. Почему? Потому что если начать стрельбу по ДФС, останутся люди без воды. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.